Привет, стримаши. Сейчас я расскажу про метро. Здесь несколько станций построили. Я думаю, что это очень плохо. Выдается это все как достижение, что о людях позаботились. Но на самом деле это пустая трата денег, потому что метро устаревший вид транспорта, его строят в Советском Союзе и в России только как какие-то там убежища, которые никакими убежищами не являются. Там нету ни запасов, ни еды, ни воды. Даже если туда изгонят народ, он быстро помрет там в течение очень быстрого периода. Больше никакого смысла нет. Если нужен быстрый поезд, то его строят просто наружу, на земле, выделяют линию, делают выделенную линию, и поезд там гоняет 100, 200, 300, 400, 500 километров. Подземные строения требуют огромных затрат, помимо прорывания, еще потом на содержание. Все это осматривать, откачивать воду, вентиляции. То есть помимо даже вот этих трат, что они говорили там 40-30 миллиардов на эти несколько станций, которые 100 лет строили и выставили как достижение. Только затраты людям. Да, может быть, можно, кажется, что быстрее, если сравнить с трамваем. 100-летний этот трамвай ездит, который со скоростью 30 километров, а там поезд едет, сколько он там в туннеле едет, 60 там километров или 100, и получается, кажется, вот как он быстро проехал. На самом деле трамвай наверху мог бы также гонять со скоростью 60 километров, все это стоило бы в 100 раз дешевле, а остальные деньги пошли бы на дело. Но этот вот псевдо, вот эти достижения вам будут выставлять, ну, чтобы как что-то пердануть людишкам, чтобы позаботились. Ну, как и вся вот эта обдристанная пропаганда российской, путинские помои. И что еще здесь мы видим? Там были задержки бесконечные, эти разборки варья там, кто чего, сколько себе заберет. Ну, как выделяют деньги из бюджета выделяются, и вот они там грызлись за эти деньги. Можете почитать, это все в интернет, не буду я повторяться. Все это показывает только то, что недееспособная система, даже если, я говорю, это и построены, прорыты эти туннели, но это все, по сути, стоило копейку, сколько, если там, 20 миллиардов рублей, и строили это фиг знает сколько, 30 лет, ну какое это достижение, это провал. При этом же за несколько лет построили башню Газпромовскую, эту, которая 400 метров, 450. Охта-центр, по-моему, называется. За 2 миллиарда долларов. То есть, если миллиард, это получается 100 миллиард долларов. Это, ну, или евро, и умножить на 60-70, это 70 миллиардов рублей. Это просто туалет, можно сказать, для Газпрома построили за 150 миллиардов. Все это быстро построили. Совершенно ненужное здание ни для людей, ни для города. Вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Это можно каждый день снимать такие ролики. Ничего не делается и не будет делаться для людей, все страшенно, там нету лифтов для инвалидов, переходы, которые через автомобильные развязки
делаются там, люди поднимаются, но пожилые инвалиды подняться не могут, нету лифтов. Это на каждом этих нарушений миллионы и миллионы, все чисто показушное для вида. Причем, ну, толком даже показывать нечего, все очень страшное, убогое, обдристанное. Даже в крупнейших городах все ржавое и поганое. Ну, потому что это для халапья делается. Вот кто ползают людишки, это халапье, погонь. Элита это вот, ну, псевдо вот эта элита, деграданские чинушки. Ну, вот я в несколько фоток. Здесь видите стенка, протекает гидроизоляция, плохо сделана, огромный кусок протекает там клей, цемент. Только что это все сдано. Так, дальше. Вот видите, прям вода течет на ступеньки. И облицовка гранитом, где серый он. Видно эти разводы, то ли масло, то ли вода. В общем, такие вот страшенные разводы. Опять же, какие-то нарушения, видно, технологии. Наверняка таких нарушений и при прокладке этого тоннеля было множество, но туда нас уже не пустят. И это тоже все скажется, все это будет разлетаться быстро в течение нескольких лет, при том, что строилось это все десятки лет и выдалось как какое-то достижение. Ну, на этом все. Спасибо. Не верьте чинушам. Они все врут, все с утра до ночи. Подписывайтесь на полезные каналы всякие, которые найдете, и на мой можно. Пока, стримаши.